Всем здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Даваска, и сегодня мы будем делать обзор на сеты гильдии Epic Gaming. Да-да, это та самая гильдия Дэниелса, олды должны вспомнить, кто помнит эту гильдию, обязательно отпишитесь в комментариях. По факту, этот обзор должен был выйти летом, но что я, что Космик, мы ушли в свои дела и забыли об этом видосе. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Это прям такая истинная турнирная гильдия. То есть, как я понял, сюда можно попасть только если тебя заметят на турнирах. И не просто заметят, а ты покажешь уровень своей игры, и тогда, возможно, тебя возьмут. А возможно, все по-другому. Но обычно в турнирные гильдии принимают или таким образом, или по арезам турнира. Как в этой гильдии, я не знаю, я не спрашивал. Так, сет Космик. У нее, в принципе, всегда были шикарные сеты, именно женские. Сейчас она играет в таком сете. В принципе, неплохо. Все вы знаете, что я за женские сеты сильно не шарю, но мне нравится, я бы в таком тоже бы поиграл. Поэтому 10 из 10. Потом давайте посмотрим. Так, у нас... Шашлычок, или как этот ник читается, он сам гильдии 2500. Вот такой вот у него сетик и розовые топотули, которые в принципе смотрятся неплохо, но я не знаю, может быть сюда другая обувь смотрелась бы получше, может быть нет, честно говоря, не знаю. Но 9 из 10, потому что я бы обул какие-нибудь другие кроссы. Ну, потому что эта обувь мне не нравится. Шизик, его я знаю, если это тот самый игрок, то великолепно. Сета 9 из 10, ну не нравится мне этот грим с этими масками. Если бы одел причесочку другую, то смотрелось бы получше. Все-таки сюда нужен другой грим. Ну и плюс этот набор с этим гримом, он уже зашкварный. Его много раз добавляли в события, в магазин вообще. По-моему, или за 2, или за 1200 алмазов. Так, Нагата. В принципе, если бы не тапки, было бы великолепно. 7 из 10. Амаджи. Его я тоже знаю, если это он, шикарный игрок. Опять же, если это он, но я могу ошибаться. Сет, в принципе, норм. Поменять бы, может быть, масочку на чисто черную было бы лучше. Ну, в принципе, неплохо. 10 из 10. Егорка. Так, вот такой вот у него сетик. Ну, сравните, да? Типа, одинаковый торс, но сеты вообще максимально разные. Тут поменять бы масочку на какую-нибудь черную. Бирюзовых же масок не было. И, может быть, причесочку не белую, а бирюзовую, которая прям в цвет штанишек. Может быть, смотрелось бы получше. 8 из 10. Марк Дабчик. Вот такой вот сетик, женский. В принципе, неплохо, мне нравится. 10 из 10. И очки славы у него 3 девяточки. Красиво. Дальше Наруто. Самый дефолтный сет. В принципе, норм. 10 из 10. Потом у нас Космос. Ну, штанишки мне тоже не особо нравятся. 6 из 10. Потом Гоша Куэф. Тоже дефолтный женский сетик. Такой фастерский. Ну,
Не особо шарю, но штанишки я бы поменял 9 из 10. Трип-скрип. Угу. Ну, к этому торсу можно, в принципе, одеть штаны выжившего, но это тоже был бы дефолтный сет. Поэтому, в принципе, знаете, смотрится необычно и классно. 10 из 10. Вадим. Просто Вадим. У него вот такой вот женский сетик. В принципе, неплохой. Такой чисто черно-желтенький. Мне нравится. 10 из 10. Слесарь. Так, вот такой вот сет. Прикольно, что использует штаны солдовского пропуска пиксельного. Но причесочку, честно говоря, я бы поменял на какую-нибудь другую. Ну, не нравятся мне эти ушки. Ну, не нравятся. Поэтому 9 из 10. Юсп. Так, ну, тут я не знаю. Мне кажется, этот сет собран в рофл, честно. Дальше, арбузик. Вот такой вот сетик. Это не дефолт, это классика. В принципе, к этой пижаме прикольно смотрятся только эти штаны и штаны ангела. Все. 10 из 10. ZXC. В принципе, шикарный сет. Черно-красный с белыми элементами. Великолепно. 10 из 10. Интерс Хай. Вроде бы так читается ник. Может быть, и нет. Если неправильно прочитал, то извиняюсь. Так, ну... Возможно, он обычно играет в красных тапках. Вообще, я не знаю, какие кроссы сюда бы хорошо подошли. Но точно не черно-синие. 9 из 10. Амина. Женский сетик. Олдовский. Шикарный сетик. Великолепный. Восхитительный. Смело 10 из 10. Мяушный. Шикарный ник. А главное, что необычный. Ну... Блин, ну не знаю, к этому торсу можно подобрать другие штанишки. Хотя, в принципе, неплохо смотрится, но все-таки 9 из 10. Можно и... Ну, грим желтый, в принципе, тоже, кроссы. Ну, не знаю, ну я бы все-таки что-то поменял бы, поэтому 9 из 10. Zestmix. В принципе, решение хорошее, но топотули лучше бы поменять, а то что это за калоши у него. Поэтому 9 из 10. А так, в принципе, все шикарно. По-моему, у челика с моей гильдии что-то похожее. Darkness с молнией. Так, вот такой вот сетик. В принципе, нет, тут уже, наверное, 9 из 10, потому что прическа... Белое с красным. Ну куда такое? Ну куда? 9 из 10. Вот где-то раньше был игрок. Прям во-во-во-во-во. Вот эту причесочку бы в этот сет. В этот сет. Было бы вообще великолепно. 9 из 10. Потом у нас идет Треван. Или Гарван. Или как-то может по-другому читается ник. Ну... Что я могу сказать? Что я могу сказать? Ну, 4 из 10. И то балл накинул за торс и за чепочку. Анди 63G. Ну, тоже такое себе. Понимаю, что сет собран не в рофл, но такое себе вообще. Ну, сколько? Ну, давайте 2 из 10. Дальше, кс-кс-кс-кс, прикольный ник, это, ну, фулл набор, просто поменял кроссы. Монарх, тоже довольно-таки дефолтный сетик, в принципе, неплохо, тоже можно поставить 10 из 10. Были бы, конечно, штаны ангела, было бы лучше, но спасибо, что не джазовые штаны. Диана Лавью, вот такой вот сетик, ну, за... Топотули минус 3 сразу же, ну, штанишки можно было бы поменять. Ну, давайте 7 из 10. Файза любит кого-то на S. Мне кажется, что сюда лучше бы смотрелся инь-янь за 2 чертежа, который голубенький. Но это был бы максимально необычный сет. Хотя, в принципе, тоже же неплохо смотрится. 10 из 10. Готит. Угу. Кстати, годно. Вот респект. Реально на респект этому игроку, потому что к этому торсу все обычно одевают штаны головореза и не заморачиваются. Я впервые вижу вот это сочетание, и оно прям очень годное. Прям
огромнейший респект, смело 10 из 10. Звинка, вроде бы так читается ник, опять эти розовые топотули, не знаю в чем прикол. Они вроде бы эксклюзивчик, потому что они были за набор, где там нужно было код от сейфа угадывать, вроде бы. Ну не знаю, ну вот тут они хотя бы в цвет, а не просто в красный сет одели розовые топотули. Тут и торс чуть-чуть такой розовый. Ну можно, мне кажется, поставить 10 из 10. Минералочка. Ну, шорты, сланцы, я уже говорил, что норм, но все равно кроссы смотрелись бы лучше, 9 из 10. Просто грустный смайлик. А, Нео и грустный смайлик. В принципе, все норм, но ну, маска мне не нравится. Ну, поменять бы на что-нибудь другое было бы вообще замечательно. 9 из 10. Астрочка любит кого-то на S. Ну, опять же, водолазка, очень много женских красивых торсов, просто они одевают в водолазку. Ладно бы она была эксклюзивная еще за то время, когда была за вход в игру. Ее бы не сливали, базара ноль. Ее слили уже один раз точно, возможно, уже даже два. Честно говоря, я не помню. Ну, давайте 8 из 10. Ками. Прикольный сетик, мне нравится, чисто такой черно-золотой. Возможно, кросс и техника смотрелись бы лучше, надо посмотреть на моем аккаунте, как это все смотрится. Мне нравится 10 из 10. Дальше, Ефимова, вот такой вот сетик, ну топотули тут точно не подходят, поэтому 9 из 10. А так сет вообще классный. Скорти. Все великолепно, но за топотули минус 2, 8 из 10. ASMR Gang или Ганг или Вэнг хз. Так, ну короче, сет шикарный, великолепно, 10 из 10. Апачи. Вроде бы это тот Апач, которого я помню. Возможно, нет. Возможно, я вообще путаю. Но кроссы бы поменять, и нет. Куртка, маска, по-моему, с одного и того же набора. 9 из 10. Карман. Вот такой вот сет. Ну, к этому торсу подходят только две пары штанов. К сожалению, штаны ангела мне к этому торсу вообще не нравятся от слова совсем. Так, первым на нашем регионе вроде бы стал играть Голливуд, если я не ошибаюсь. Мне это, ну, вообще не нравится. Ну, прям, ну, я не понимаю. Типа, такой шикарный анимированный плащ с эффектами и обычные штаны. Ну, 9 из 10. Гарфуша, этого игрока я тоже знаю, помню, но кроссы синенькие в чисто розовый сет. Вышел же красивый розовый Е-набор, там есть кроссовочки, ну, купи, надень, да. 9 из 10. А сумма ПК за голые ножки минус 3. Ну, в принципе, я знаю, что с этим торсом нету идеальных штанов, поэтому 7 из 10. Осуждаю за ник. Космик хорошая. Ну, шлем. Можно было бы что-то поинтереснее придумать. 8 из 10. Сметанка 15. В принципе, хорошенький сетик. Мне нравится. 10 из 10. В общем, пишите в комментариях, с этой какой гильдии мне оценить в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами скилл.